Всем привет! С вами Ольга Яблокова, и сегодня я вам покажу вместе с Лунтиком, как едется езда предварительный приз Б «Дети». Зачет идет для детей с 12 до 14 лет. Едется езда на трензельном оголовье. И теперь, где можно взять эту схему? Схему эту можно взять на сайте ФКСР. Федерация конного спорта России, ссылку на их сайт я скину ниже. В этой схеме написано, как всадник должен ехать по буковкам, по точечкам. Также в интернете вы можете найти такие схемки. Смотрите, здесь у нас нарисован манеж, и значит, линиями и стрелочками вам указывают, куда надо ехать по езде. Если вы начинающий всадник и еще ни разу не ехали езду, эти схемки вам очень помогут. Итак, сейчас я пройду эту езду, прокомментирует ее моя дочь, Яблокова Екатерина. Она мастер спорта по выездке. Я думаю, ее комментарии будут вам очень полезны и поучительны. Итак, въезд на рабочей рысе по средней линии. На иксе остановка, неподвижность, приветствие. На средней линии оценивается прямолинейность, контакт, чтобы лошадь не болталась, цеездой налево, рабочая рысь. На С 2 полувольта по 10 метров, С и Р. Формы и размер должен быть одинаковый. На букве П также полувольт 10 метров до буквы Л. И от буквы Л полувольт налево на букву В. Также должны быть два полувольта равной формы и равного размера. Сгибание оценивается. Активность. Сохранение контакта на поворотах. От буквы F удлинение шагов по диагонали до буквы S. Ваша лошадь должна пойти чуть активней и расширить рамку, в которой она идет. На букве H подъем в галоп, рабочий галоп, сохранение контакта, не должна выдираться. На букве V вольт 20 метров, форма круга ровная. От буквы А ездой на букву Б, диагональ маленькая, контргалоп. На букве F переход, на М переход рысь, на С подъем в галоп. От буквы H удлинение шагов на галопе, то есть лошадь должна пойти чуть шире. И на букве К опять вернуться в прежний ритм, галопом. От буквы F диагональ на букву E. Сохраните левый постав. Контргалоп от буквы E до буквы H. От буквы H переход в рысь. От буквы C переход в средний шаг. От буквы C средний шаг. Постарайтесь сохранить контакт. Надо немножко отдать повод и дать возможность лошади потянуться за ним вниз. Лошадь должна заступать задними копытами за след передних ног. Но не отпускайте повод совсем, чтобы не потерять контакт с ртом лошади. От буквы В продолжение рабочей рысью. От буквы А по средней линии. И на букве X остановка, неподвижность, приветствие. Итак, я проехала схему езды. Надеюсь, вам все было понятно. А если вам непонятно что-то было, вы мне пишите ниже в комментариях, я вам отвечу на все вопросы. А также
скину ссылочку на езды, также детскую езду, предварительный приз А и все остальные езды. Можете у меня под видео посмотреть. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.